Хой, союзники! А также случайные зрители, на связи вот свой геймер. Он же этого босса, Кира Ито. Говорите, как хотите, да? И вот, да, йоу, рифму. Короче, сегодня мы с вами продолжаем приходить Джоджос, Bizarre Adventure, Heritage, For the Future. И что ж? Последний раз я больше так делать не буду, чисто проверю сейф. Ну, все в порядке, со сложностью, с этого тайма все в порядке. Так что больше так делать не буду, но всякий случай удостоверился. Как бы мало ли, может там сложность слетела. Но эмуль работает как швейцарские часы. Загрузочка. Посмотрим. Из Варанаси в Дохе. Окей. Смертельный трафик. Загрузочка, ну, это и без меня понятно. Джоттера и компания направляются к границе Пакистана, покидая Индию. Они путешествуют на машине с Полнерефом за рулем. Когда они пересекали горную дорогу, эта машина, которую мы только что проехали, он, наверное, спешит. До этого он ехал медленно. Почему сейчас он так торопится? Полнереф! Смести нашу машину в сторону и пропусти его. Хорошо. Что такие быстрые диалоги? Эй, что он делает? Он опять едет медленно. Ну, давай же, двигайся, двигайся! Крутой музон. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вы видите водителя? Не, стекло заляпано, и я не могу разглядеть через него. Водителя. Я полагаю, окно со стороны водителя открытое. Ха, он хочет, чтобы мы проехали вперед. Как скажешь, панк. А! Грузовик! Нет! Воу, быстрая стрелка. Ну тут даже озвучивать не надо. Кто этот негодяй? Я остановлю его и научу манерам. Он сваливает. Как он так быстро двигается по пересеченной местности горной дороги? Нет! Это тупик! Осторожно! Он позади нас! Превосходно! Как он вообще мог отстать от нас? Я не могу сдвинуться назад. Он как танк. Какая невероятная сила! Нам конец! О, он... Ты использовал тросовую лебедку! Автомобиля! Хорошая работа, Кокейн. Машина упала со скалы. С такой высоты он обречен. Что? Что за дрожь? Колесо фортуны? Это мой станд! Будьте начеку! Я не верю в это! Он появился из-под земли! Разбитая машина ремонтируется! Берегись! Он атакует нас! Нет пути отхода! Какая жесть! Ё! О, хорош! Это бензин! А теперь я сожгу тебя дотла своей электрической искрой! Что? Нани? Извиняюсь, промахнулся. Я не ожидал. Я победил! Эта глава подошла к концу. Итак, кто поведет без меня? Чё? Они уходят под землю? Джоттеру использовал свой Star Platinum, чтобы... прорыть туннель! Кстати, ты сказал, что нигде нет. Ты ошибаешься. Путь надо прокладывать самому. Видишь?
Ты взорван, и мы проложили путь. Все хорошо. Не убивай меня, я просто наемный рабочий, я просто делаю свою работу. Слушайте, я вспомнил этого чувака, да, странный чувак, у которого типа накачанные руки, ну, понятно, что намекает, да? Так, это просто всякие бонусы дают, так что не критично. Что ж, мы направляемся в Мултан. Манипулируемая справедливость. Что привело тебя в таком беспокойстве, Инжатора? Я просто пришел сюда, чтобы найти Польнарефа, но как ты узнал мое имя? Как? Вы меня с чем-то обвиняете? Вы только что подписали нашу гостевую книгу. Я не знаю, я не писал свое имя. Не притворяйся, незнающий. Я уже знаю, что ты один из обладателей станда, с которыми нам предстоит столкнуться. А теперь позволь мне увидеть твой станд. И так ты знаешь. Готов удивиться? Вот мой станд. Справедливость. Ого! Вот это да. Ну, яры дозы. А, тут все одним, я понял, одной кнопкой выполняется. Окей, я уже думал, мне придется сейчас вспоминать. Давно мне за Джотера не давали поиграть. Вспоминать, поиграть. Слушайте, я звучу как... Рэпер? Окей. Почему у меня сегодня рифмы? Скажите мне, пожалуйста, это вы меня так радуете лайками, да? А еще я пытаюсь занять время эфира, потому что мне не о чем говорить, пока я вот этим вот занимаюсь. В принципе, пока не сложно. Бесконечность не привел. Наверху, кстати, время. Слушайте, ну тут даже я комментировать уже не знаю. Я старался, поверьте. Я старался. Ого! Ее еще мочить надо. А я думал, все, ходячие мертвецы закончились, да? Ура, 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 ура! Ура! Херово. Но он вообще не оттяпал здоровья. Так просто. Только объясняли больше, честное слово. Я думал, там будет какой-то ивент невероятный. Потому что я хрен узнает, что ждать от этой игры. Она слишком разнообразная. Биранг неплохо. Так, опять что-то мне какие-то новых персов открывают. Но нам это не нужно. Фух, я уничтожу твой стан тому времени, как ты сделаешь вдох. Как ты смеешь, когда я вздохну, говоришь, я заканчиваю уже. А, я не могу дышать. Похоже, твой старческий разум еще больше затуманился. Я бы о многом хотел у нее узнать. Особенно про Дио. Окей. Ну что ж, карачи. Карачи! Отправляемся. Отвратительный любовник. Вот это название. Я понял, про что будет это. Охеренный станд. Эй, что ты пытаешься сделать? Мы должны попасть в тело мистера Джостера, чтобы победить вражеский станд. Что? О чем ты говоришь, Кокейн? Станд — это образ, созданный нашей энергией. Его можно свести к минимуму. Торопись, активируй свой станд, Польнарев. У нас мало времени, ну давай же.
Так, нихера непонятно, но очень интересно. Ну, в принципе, все понятно, да. Я понял. Типа, на особенную кнопку можно пускать другой станта, зачем? Ого! Ну, все встает на свои места, это скроу-шутер. Кстати, я люблю такие. Раньше в детстве очень любил. Сейчас, в принципе, тоже, особенно где с улучшением. Не эти, знаете, как на 8-битке некоторые были, по типу Галаги, где улучшения нет. Кваксин, да, вроде. В ней не было улучшений, тупо так стреляешь, все. А потом начали выходить модифицированные скроу-шутеры. По типу вот как в этой, где можно, типа, не получая урон, чем дольше не получаешь урона, подбираешь спец... штуки, да, спецайтемы. Вот. Тем ты больше, типа... Что я хотел сказать? А, тем ты больше совершенствуешься, апгрейдишься. Ну, я думаю, все поняли. Музыка вообще не подходящая, но ладно. Как будто бы я Мегамена играю, знаете. Но эта игра удивляет, если честно. И вот насколько сложно будет, будет ли тут босс? Ну будет, скорее всего, потому что стант. Я вот думал, как это вот реализуют? А вот, кстати, как выглядит владелец станда, я уже не помню. Спустя столько лет, как я посмотрел Джоджо. Ну, третий сезон, по крайней мере, да? Шестой вот недавно посмотрел. Ну, он не полный еще, но... И, кстати, вот это вот босс, да? А, ну он краснеет довольно-таки легко, значит. Хотя... Ну, мне паттерн его понятен, в принципе. Я бы мог бы и без урона пройти, если бы я знал, что он делает. Теперь вроде бы знаю. У него будет вторая стадия? Ну, типа, это конец уровня так быстро? Или, типа, у него будет две стадии? Я не помню, как по аниме было. И жизни пополнили. Все... Хорош. Ага, бесконечно делятся. Значит, его нужно... Им? Нет. Их нужно тупо вот так перебивать. Окей. Окей. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Я не знаю, что комментить. Чотаро. Слушайте, ну круто реализовали. Вот не лень же было делать новую механику. Нет, чтобы сюда босс-файт какой-нибудь зафигачить. Типа... Надо было уничтожать. Я помню правила таких игр, где... Короче, прикол скроу-шутера в том, что на старых консолях такого не было, что, типа, враги скапливаются, потому что, ну, как бы вы понимаете, ограничение консоли. Тут же, типа, все можно, да, и разработчик напихал такое, что если не убиваешь врагов вовремя, то накапливается еще. Слушайте, даже в Террарии есть ограничения. Оу. Вот вспомнил, да? Просто с недавнего времени, да. Извините за мой акцент. Вот, с недавнего времени вернулся в Террарию. Давно не играл. С версии 1 и 2, вроде. И это есть финальный босс? Я понял его паттерн. Все. Но я проиграю, да. Придется переигрывать. Вообще, сколько тут жизни? Угу. Так, и откуда я буду переигрывать с чекпоинта? Так, это был кокейн? Кокейн? Да ладно, ну ладно, как говорится. Окей, переиграем. Слушайте, а может мне, как вам вариант, помолчать, чтобы типа пройти дальше? Да, тем самым вы вообще забудете, что я тут существую, но все же. Типа сосредоточиться, потому что я не могу одновременно и думать, и говорить. То есть в одиночку, вот если я без записи во что-нибудь играю, да? Я играю где-то на 25% лучше. То есть вы понимаете, да? Сложно как бы говорить, нажимать на джойстики, еще и думать, что говорить. Хотя, возможно, некоторые не думают, да? В этом дело. В чем секрет кота Бориса? Вот теперь думайте. Так что давайте я помолчу. Может быть, я смогу пройти дальше. Ну, сейчас это покомментирую, если проиграю, то точно буду молчать. Но что-то херово. Жизни мне все не восп... Да, сливаться надо. Но если мне дадут шанс. Я не знаю, сколько тут контов. Судя по всему, бесконечные. Да, солюсь лучше. И вот уже тут начну молчать и проходить. Окей? Окей. Вот и поговорили.
Вы все еще помните, что я тут, да? Окей. Сейчас его победим и посмотрим. Я прям максимально сосредоточусь. Максимально. Просто главное знать паттерн босса, хотя бы один раз с ним столкнуться и уже знать, что делать. Если с первого раза я не знал, что будет делать тот босс. И что он открывается в определенный момент. Много нюансов. Короче, проходим. Постараюсь молчать. Мне, кстати, это напоминает контру. Вот этот задник вот идет. Только не хватает кишачих, кишащих этих всяких кишков там, мозгов и так далее. Как там это было в контре. В японской контре, где листья шевелились на первом уровне. На Famicom. Если кто не понимает. Потому что на NES нихера не шевелилось, потому что американка. Ну, только олды поймут, да? Окей. Окей, let's go. О, отлично. Все, я молчу. Неплохо, я хорошо жизнь сохранил. Че ты что сказал? А, так он снаряды отбивает и спереди находится. Другой разговор. Он отбивает автоматически снаряды, от них даже уворачиваться не надо. Сильвер Черри, имеется в виду. Если его спереди выставить на кнопочку. Фу, окей. Все просто, даже говорить буду. Назвал босса. Он уже вон оранжевый мигает. Сильвер Черри! Ну хоть не Яра-Яра, ДЗ. Я думал, уже и он так скажет. Оля, какой дил. Дил? Чё, Таро? И... простите меня, сэр. Если их сам довернуться, я проникну в их мозг через уши. Ура! Я не мил. Я больше не могу двигаться. Если я когда-нибудь увижу тебя снова, ударю тысячу раз, понимаешь? А теперь проваливай. Ха-ха, идиот! Ты повернулся ко мне спиной. Я вообще не могу двигаться, почему? Ты не заметил, как Кейн привязал щупальца своего станда к твоему станду? Я получил хорошую плату от Дила. Вы можете забрать это, пожалуйста, простите меня. Как жалко, ты настоящий неудачник. Ты не можешь погасить свой долг деньгами. Теперь ты чист. Переведем это так. Главное, что смысл не теряется, да? Короче, он очистил его. Ну, с помощью пыли и грязи, но... кого это смущает? Бабу де Хаби. Ну и название, конечно, в Египте. Так и язык сломаешь. Выжженная солнцем пустыня. Ой, я должен был заметить. 8 часов, но кажется, что солнце только что взошло. Невозможно. Солнце это станд? Как мы будем с ним сражаться? Самый простой способ победить владельца станда, я думаю. Где он? Где владелец станда? Давайте найдем его. Ё-моё, столько механик за одно... Ну, тут нет других страниц, все, но я все понял. Типа, по стеклышку искать. Я начинаю вспоминать, я вспомнил этот момент из аниме, вспомнил. Но как там его убивали, я не помню. Я помню точно, что владелец станда, типа, везде зеркалами был покрыт, типа, его не было видно, или что-то типа, или специально, я не помню. Ну, типа, по стеклу нужно найти такую картинку. А я не вижу черепок, чтобы так повернули.
А, зеркало, оно типа отражает. Нужно найти такое же отражение. Да? Только что перевернута кость была. Вот это. Все верно. Все. Понял. Точно. Стекло же. Оно же наоборот показывает. Окей, нужно найти передвижного чувака рядом с кустиком маленьким. Скорпион, Винс. Хидалки. Хорош. Долго же я думал. Яры. Так, рядом. Хорош. Я уже думал, что я... Ну, это уж не спутаешь. Знаете, это череп тут. Я хотел уже пошутить, что не будет яры-яры-дазе, но и тут и есть. И ранг. Он использовал зеркало, чтобы оставаться вне поля видимости, пока следовал за нами. Стан солнца? Это было слишком по-детски, чтобы иметь хоть какой-то шанс. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Смотрите другие видео на канале, которые только что появились тут. Да. Всем удачи и всем пока.